Самый быстрый серийный автомобиль. Самым быстрым серийным автомобилем в мире является Bugatti Veyron Super Sport, официальный потолок которой равен 431 км в час. Однако автомобиль Venom GT достиг скорости 427 км в час, и создатели уверяют, что для того, чтобы побить рекорд Bugatti, им просто не хватило длины трассы, и в скором времени они попытаются еще раз. Хотя называть серийный автомобиль Venom GT самым быстрым в мире мы можем, на основании того, что на Bugatti, которая выходит в продажу, скорость ограничена электроникой на уровне 415 км в час. Так что я думаю, этих два серийных автомобиля могут носить звание самых быстрых в мире. А вот самым быстрым непроизводственным автомобилем является Trust SSI, самая быстрая машина из всех, что когда-либо существовали, которая установила мировой рекорд, достигнув скорости 1227 км в час. Это первый автомобиль, который преодолел звуковой барьер. Сверхзвуковым его сделали Rolls-Royce два двигателя из реактивного самолета общей мощностью 110 тысяч лошадиных сил. Машина в длину приблизительно 16 метров, а в ширину около 4. Вес этого монстра составляет 10 тонн. Это просто невероятно, что с такими габаритами они смогли разогнать эту машину до 1227 км в час. Самый быстрый человек в мире. Юсейн Болт является самым быстрым человеком в мире. Максимальная скорость, которую достигал спортсмен, равна 44 км в час. Это единственный человек, который выиграл на одной олимпиаде на двух дистанциях – 100 и 200 метров. Болт – восьмикратный чемпион мира в спринте, его прозвище – «Молния». Также он является самым высокооплачиваемым атлетом, существовавший когда-либо. Самый быстрый в мире компьютер. Самый быстрый и мощный компьютер в мире был создан в Китае. Он может решать удивительные задачи. 86 квадриллионов операций он совершает только за одну секунду. Это означает, что он выполняет это в 4000 раз лучше, чем самый быстрый компьютер компании Apple. Самый быстрый автомобиль скорой помощи. Спортивный автомобиль Lotus Evora в Дубае выступает в качестве скорой помощи. Его скорость составляет 297 км в час, чего вполне хватает, чтобы похвастаться званием самого быстрого автомобиля скорой помощи. Эта машина двухместная, со встроенным компьютером, который передает информацию о том, что медработники забирают пациента. Невероятно! Машина скорой помощи не только бьет все рекорды по скорости, но безусловно спасает много жизней, потому что иногда важны даже секунды для спасения человека от смерти. Самый быстрый рэпер. В данный момент обладателем рекорда Гиннесса является парень по имени Рики Браун, который может проговорить 14 слогов в секунду. Однако есть кое-кто и побыстрее него. В Южной Корее есть парень, который читает рэп со скоростью 23 слога в секунду. Проблема в том, что технически книга рекордов принимает только английский язык. Самая быстрая водная горка в мире. Эта горка, построенная в Бразилии, ее высота составляет 41 метр. А скорость, которую достигают люди, решившие на ней проехать, составляет 104 км в час. Несмотря на то, что высота этой горки равна 14-этажному дому, время, которое человек едет, составляет всего 5 секунд. Самый быстрый самолет. Черный Дрозд – самый быстрый самолет в мире. Его максимальная скорость составляет 3529 км в час. Самолет преодолел расстояние 3702 км между Лос-Анджелесом и Вашингтоном за 1 час 4 минуты со скоростью 3466 км в час. Во время теста на одном из участков Черный Дрозд разогнался до скорости 3609 км в час. Был побит абсолютно мировой рекорд скорости. Однако зарегистрировать рекорд американцы не смогли, так как официально требовалось пройти мерную базу в ту и другую сторону. Самая быстрая американская горка. Поезд, в котором сидят люди, достигает скорости 241 км в час. Это каботажное судно разгоняется до такой скорости всего за 5 секунд с помощью гидравлической системы сцепления горки.
Трек длиной более 2 километров, что делает его 6-м по величине в мире. Из-за влияния в воздухе мелких частиц и разных насекомых, людям выдаются очки, похожие на те, что используют в прыжках с парашюта. Самый быстрый в мире лифт. Новый небоскреб, который строится в Китае, будет не только чудовищной высотой – 530 метров, но также будет зданием с самым быстрым лифтом в мире. Максимальная скорость которого составит 72 км в час. Этот лифт будет лететь полкилометра в небо всего 43 секунды. То, как будет ехать этот лифт, будет видно всей публике вокруг, потому что он будет находиться на открытом пространстве. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и смотрите новые выпуски. Также, если вы хотите увидеть еще один выпуск всего самого быстрого, напишите нам в комментариях. Всего доброго, пока!